Итак, два дня назад, 12 апреля, мы рассказывали о стихийной свалке, которая образовалась на улице Куконковых, прямо за Ашаном. И тогда же предупредили, что все эти горы мусора, начиная от сухостоя, заканчивая пластиком, картоном и остатками строительных материалов, могут вспыхнуть в любой момент, как спичка. И вот он, результат, на ваших экранах. Вся сложность в том, что внизу находится овраг, за моей спиной хозпостройки и сильный ветер усугубляет ситуацию. Поэтому пожарным в первую очередь нужно было взять пламя в кольцо. Они здесь работают уже с половины первого дня и на протяжении нескольких часов. Ну а я хочу напомнить, что это частная территория, у которой есть три владельца, три собственника. Вот. А сам участок предназначен под садоводство с 2010 года. Видно, цветочки не прижились. Напомним, мусорные завалы образовались здесь совсем недавно. Ивановцы заметили целые колонны груженных самосвалов, что разгружались на импровизированном полигоне. Опасения оказались не напрасны. Все-таки полыхнуло. В районе 12 часов дня пятницы черные клубы дыма повалили в сторону проезжей части. Многие начали жаловаться на неприятный запах. Позднее в социальных сетях стали появляться и первые видеоролики с пожара. Огнеборцы быстро развернули рукава и взяли пламя в кольцо. На месте работает трактор для расчистки мусора и обнаружения прогаров. Предварительные причины пожара пока неизвестны, но, судя по всему, тушить горящий полигон будут долго. Денис Воробьев, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».